Всем привет, микрофон Вася. Сейчас мы едем на вот такой вот Т3 МТТА из Москвы. Да, мы нам ее давно портировали. Все, у нас тут столов, потому что я сегодня работаю дежурным по переезду. Побежали. Так, и бежим. Вот моя будочка дежурного. Вот она. Заходим. Все. Так, кстати, у нас, смотрите, у нас тут открытое депо трамваев. Смотрите, тут стоят два ЛВС. Так, 86К, наверное, все-таки. Так что вот. Ладно, давайте посмотрим, что у нас тут. Так. Ага, сейчас пойдет рельсовый автобус. Одновагонный. Все, понял. Кстати, одновагонный пойдет. Будем ждать. Интересно, что пойдет Р2 или ДР1А. Сейчас его, наверное, до состава сделают. Ну ладно, давайте выйдем. Ой, он уже едет. Фига себе. Все, он уже прилетает. Уезжает. А следующий поезд пойдет через... Блин, 15 минут, но будем ждать. Опа, я что-то резервом, наверное. Ну, тепловоз, наверное, потому что у нас тут не электрифицированная сеть, так что тепловоз какой-нибудь резервом. Ну, или электричку, или дизель поезд. Так, ребята, сейчас вот диспетчер говорит, выходите, срочно машите красный флаг, потому что... Ну, короче, выбегаем тогда. Это что за поезд? Это что? Красный флаг ему! Это что за поезд-призрак? Это что? Это что такое? Ребята, это что было? Это что за поезд-призрак только что был? Я не понял. Ладно. Сейчас надо, кстати. Сегодня у нас будет еще... У нас сейчас вот последний поезд на мою смену. И мы сядем сейчас в какой-нибудь трамвайчик и поедем до вокзала. И на вокзале уже сядем на поезд. И знаете что? И поедем до станции Красная Речка. Вроде бы так называется. Нет, не до станции Красная Речка. А она называется Староладожская станция. Да. Ну, давайте посмотрим, когда следующий поезд пойдет. А, так он пойдет вообще через часик. Ну, давайте подождем. Я тут вышел подышать свежим воздухом. Давайте посмотрим по расписанию. Блин, уже поезд должен идти. Ну, давайте выходить и ждать. Сейчас мне диспетчер сказал, что он поедет вот с той стороны, где озеро. Давайте ждать. Ребят, смотрите, М62. Едет. Смотрите, это у нас РЖДшная 2М62. Ну, интересно. Ну, ладно, давайте уже, нам надо идти на трамвайчик. Все, надо сказать. ДПП, 77-й километр, сдаю пост, дверь закрываю, ухожу с поста. ДПП, 77-й километр, диспетчер понял. Все, можем закрывать дверку. Идти. Сейчас интересно, к какому трамваю поедем. Ребят, мы поедем на таком детище по ТМЗ, ЛМ-99АВ, АЭ, в принципе, уже осторожно, двери закрываются. Следующая станция, привокзальная площадь, отправляемся, все, мы отправляемся, сейчас кто знает, тут у нас одна путочка, потому что тут у нас этот мостик, и у нас тут одна путка на этом мосте. Так, ну что, едем. Станция привокзальная. Грубо на привокзальную площадь, но пофиг. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – это вокзал. Все, уходит. Уходит ПТМЗшник наш 99-й. И смотрите, у нас тут не рельс, а раздолбал. И смотрите, у нас тут отъезжает вот такой вот ЛМ-68. Вы понимаете, у нас единственная штука такая. Мы, в принципе, вышли, и трамвай у нас отправляется на круг.
До поезда еще 30 минут. Давайте подождем, пока он подъедет. Кстати, вот он уже подъезжает на путь и останавливает. Вон, побежали по бырику на вокзал. Ребят, смотри, мы поедем на таком DR12A250. Можем отправляться. Двери закрываются. Следующая станция Староладожская. Да, смотрите, та М2, которую мы видели только что. Не только что, а вот недавно. Кстати, вот наш переезд уже. Быстренько у нас Дэрдина едет. Платформа Староладожская. Ну что, на этом я буду и заканчивать. С вами был я, Вася. Вот такая первая у нас была серия Дежурного. Давайте посмотрим, как уедет у нас ДР-1А. Все, мы ехали. Ну что, это была первая серия Дежурного. Дежурного, так сказать, по переезду. На этом буду и заканчивать. Все, пока. С вами была Вася. Всем пока. Всем спасибо.